Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анна, я рада вас приветствовать. И сегодня хочу рассказать, а как же определить, что ваша гортензия зацветет, если еще даже не видно наклевывающихся почечек цветов. И вот смотрите, подходите и аккуратненько надавливаете на верхушку. И когда она у вас планирует зацвести, там будут как такие шарочки, то есть будет такое уплотнение. Сейчас вам попробую показать, видно вам или нет, что тут вот есть, вот видите такие шишечки? Это значит, что это у нас будущие бутоны. Успеют зацвести, она, конечно, или нет, не могу сказать, потому что уже август месяц, я живу в Вологодской области, и как бы холод у нас может прийти не так, как мы хотим. А вот эта гортензия не зацветет, потому что, ну, по крайней мере, сейчас она уже вряд ли успеет это сделать, потому что, когда вы надавливаете, там чувствуются только как бы листочки. Вот, например, гортензия свитанабель, да, она из молодого побега, мне и то еще один бутон пускает, хотя у нее их уже два. Это strawberry blossom. Вот нажимаем как бы вот здесь, ничего. Ой, там мохито был, мохито, да. А это strawberry blossom. Вот когда мы нажимаем, то вы даже вот пальпируя вот это все, вы почувствуете. То есть вот здесь вот я нажимаю, чувствуется уплотнение, а до этого я нажимала, никакого уплотнения в принципе не чувствовалось. И вот тут, конечно, можно бы подрасковырять, но мы этого делать не будем лишний раз тревожить. Успеют они зацвести или нет, не могу сказать. Самарская лидия не зацветет, я ее не формировала, брала с нее тут пару черенков, и она у меня таким кустом каким-то непонятным, некрасивым нужно будет формировать. Вот это вот тоже древовидная, она не зацветет. То есть даже видно, вот ее подходишь, трогаешь, тут важно попробовать самому, понимаете, и вы поймете, зацветет ваша гортензия или нет. Бывает такое, что вот сегодня вы трогаете, ничего нет, а через пару дней подошли, трогаете, уже есть. Вот такая маршмеллоу, красотка. Думаю, что, в принципе, объяснила, как это можно проверить, да, но знаете, что это как бы не стопроцентный вариант, потому что действительно бывает такое, что вы сегодня трогаете ничего, послезавтра трогаете, уже там что-то, какие-то наклевки есть. Кстати, вот рассадила тут вот это вот Magical Farfalla, я надеюсь, что она у меня успеет распуститься, потому что у нее будут махровые цветочки. Ну что ж, дорогие друзья, всем всего самого наилучшего, всем всего самого прекрасного, даже язык заплетался. Всех обнимаю, целую. Всем пока-пока.